回って君の膝枕に手うっとり、もう飲みすぎちまって君を抱く気にもなれないみたい。Очевидно, что это не тот монтаж, которого вы ждали. Я и сам не знаю до конца, каким получится это видео. Я не делал URL-монтаж с июля 2018 года, а записи копил вовсе с апреля того же года. Это что-то типа рекапа всех событий за последние два года. Здесь будет как много несвязанных отрывков и рваный монтаж, так и цельные сюжетные линии. Начнем с того, что в Воркуту, как всегда, заглянул Кирара. Повод для приезда был не из приятных, но я все равно рад был повидаться с лучшим другом. Как вам новый автомобиль, Юрий? Ёбаный, бля! Как же трясёт-то, сука! Жопу у тебя трясёт! Блядь, кочка! Ебать! Блядь! Да я просто помню, как мы тут ебанулись один раз! Летом, правда? Ой! Пиздец, ты уёбок, конечно. Ебать, красиво, жалко, в телефон. Погоди, не так. Сотка, почти сотка. Да. Почти сотка, ну все. Подожди, капот открывается, нахуй. Отвечаю, нахуй. А я слышу, что так свистит. Да. Новый спонсор, растем. Все нормально, я ему просто отсосал. Дай кока-колу. Не трогай меня. Да, я не щекочу. Придурок. Бля, солнечно? Я вообще не вижу, что на экране происходит. Ой. Солнце светит. Ой. А ты? В натуре? Я зрю. Зришь? Че за жара, блин? Кошмар. Банк в руки, карман суешь, деньги взять. Не деньги, а влажные салфетки. С ароматом Российской Федерации. Монеты берешь, руку жарят. Маршрутчик сдачу дает, в карман кидаешь, карман кипит. Бля. Надо по улицам кондёры расставить. В рассрочку. Если июнь вышел прохладным, то июль буквально душил жарой.
Сидеть дома не было ни малейшего желания. Юрец работал, посему со мной на связь вышел секретный подписчик из Рукуты по имени Антоша. Именно он дал мне на время этот замечательный микрофон, который пора бы уже вернуть, так как на момент написания текста Тошек уже успел сходить в армию и недавно вернулся домой. Я думаю, что он достоин упоминания, и ему будет приятно. Хоть и большая часть записей наших посиделок умерла вместе со старым телефоном. Че, дебил? За хуйня. Похож на майского, но это не майский. Ну да, какой-то. Летающий. Такого не летает. Похуй! Воркута, конечно, замечательный город, но за 2 года надо бы выехать хоть куда-то. А так как дело было уже в августе, наша местная погода начала ебать мозги. У меня оставалось 3 недели до конца лета. За этот короткий промежуток времени мне нужно было скататься в гости к Кераре в Иваново, а также в Москву к девушке Светлане. Вы думаете, я не могу оседлать 2 коней одновременно? Я могу. Здорово, ебать. Как я тут накумарил. Погнали. Wave Nation. Кого? Wave Nation. Ты ебанищий этот. Жест этот сраный. С 2 буквами В вот так при этом. Нет. Смотри, куда делать. Wave Nation! Я первый. Мне с попой захлестнуло. Блин. А вот так. Давай. Главное, что это просто хорошо. Да. Ну, постучал. Блин, ну да. Да, это жестко. Целая дверь еще. Вы меня напугали. Да, это сильно. Ну пока я.
Фактически, все время пребывания в Москве сопровождалось трехчасовыми переездами из точки А в точку Б и безудержным весельем. В один прекрасный момент я наконец-то увиделся с Пловчиком. Чётенько сдох. Сука, живой, блядь, или не живой? Чётенько сдох. Кого? Сколько? Кого? Сколько ложек? Да, мой. Ткнись. Спасибо. Призм как основная религия. Именно поэтому он Зигу кидает? Поэтому он за Зиги. А ты думаешь, почему война началась против интровертов? Кого? Да не того, это. Заткнись. Думаю, меня забанят за. Вот эта девочка везет нас в Химки. В Химках у меня разрядился телефон, блять, поэтому я сделал только вот этот вот уникальный кадр, где могучий атлант держит ногами землю. Даня, да? У меня к тебе один вопрос. Да. Кокстон пиво, Кокстон пиво под конец корпоратива или Блэк Бакарди, Кокстон моей кровати? А я выберу Кокстон моей кровати. Нормально. Сай, да. У меня к тебе вопрос. Как можно опуститься до такой жизни, чтобы играть в Destiny 2? Вообще хорошо, что я вас двух лохов здесь встретил. Ну особенно вот этого лоха, ты-то не особо лох. Ну, разве что в Destiny играешь. Я был безумно рад увидеть Пругла и Уарыча лично, посидеть с ними, попить ревасика и поболтать за жизнь. Зимой через полгода мы снова увиделись с Саней и Пловчиком, где чисто случайно, блять, в рандомном московском баре встретили Пругла. Сказать, что Даня охуел, равно не сказать ничего. Сидишь ты такой, блять, с другом, обмываешь зачетку, и тут в бар заходит челик из Воркуты и здоровается с тобой. Это было забавно. Отходите, я снимаю. Да, конечно. Артём, ты чего? Ты чего, Артём? Нормально же общались. Животных не кормить. Они могут погибнуть. Что? Что? Мне не все. Фига он чешется. Ух, какая. Ух, какая. О, какие. Ух, сука. Тупо я. Жуёшь так же. Да. Хожу так же. И срака, как у Дональда. Лежим. Отдыхай. Отдыхает тупо. Кроль. Маркус, привет. Ух, сука. Жую. Ну, блин, он от него уходит. У меня доджит. Ой. Так подышал. Ой, рот открыл уже. Ух. Да. Он меня понюхал такой, лизнул такой, пойду дальше.
Лето подходило к концу, и пора было ехать домой. Несмотря на мой преклонный возраст, а это 12,5 лет на секундочку, мой дед сильно переживал за меня в мое отсутствие, поэтому я был рад вернуться домой. Следующие полгода выпали нахуй из моей жизни, так как все записи на моем телефоне умерли вместе с ним. Из Даркнета были добыты шокирующие кадры того, что происходило в этот период времени. Блять, меня так это доставляет. Боги, успешные бога. У него на лице сейчас тупо вся ненависть, нахуй, к тебе, Юра, какие впечатления от дороги? Заебись. Не курите вейп или парите, ну типа не важно. Мне похуй. Блин, с автовой стабилизацией такая приятная. Машину трясет, а кадра вообще нет. Шкила. Блять, где грот ебаный? В середине лета ко мне приехала Света и привезла с собой кошку. Последний раз домашнее животное у меня было лет в 5, поэтому Фасоль, так зовут кошку, Фасоль на продолжительное время стала центром моего внимания. Какой ужас. Толик, блядь, Толик.
Нет. Также я очень много и часто тусил с Максоном, который стоит отдельной сюжетной арки в этом видео. Сука, аниме ебаное. Как вы поняли, Макс дебил, ну то есть анимешник, но анимешник непростой. Орино Томодачи Витари, Витари Бес. Сиранайно. Ксоудянейно. Сэмасэн, има тори икимас. Максон носитель японского языка, да и сам парень с харизмой и очень неглупый. Однажды я его позвал к себе домой приготовить адовые блюда, и что из этого вышло, вы увидите дальше. Товарищ Ленин, Виталик, что-то, блядь, пытается заготовить, но что-то нихуя не получилось. Мы кипятим воду, как видите, вся вода выкипела. Долбоёб. Блин. Всем привет, с вами Антон Прокоп, и сегодня мы будем разделывать куриную грудку. Что за хуйня? Админ пидорас, нахуй, нихуя, блядь. Гайд не расписал. В общем, он ее даже не разморозил, нихуя, он так сразу со льдом ее хуярит. Да, чтобы вы понимали, грудка не до конца разморозилась, потому что, блядь, надо скорее жрать, а Макс выпил уже 3 бутылки пива. Сейчас подождите, еще одну возьму. Будьте предельно аккуратными, потому что можно оставить на хряще очень много мяса, которое вы можете, в принципе, приготовить, насладиться им вечером. Да какая разница, анимешники не готовят ничего. Часы. Роликсы 20 тысяч, дали мне часы новые. Ебало, блин. А нахуй оно ему надо? Какая вот же? Это можно смело отправлять в мусорку, потому что это нахуй. Пошел нахуй. Блин. Держи край. Все успевать легко, когда есть приложение, которое подстраивается под вас. Извините, пожалуйста, рекламная интеграция. Я вот на выборы никогда не ходил, но за Максона вот проголосую однозначно. На. Спасибо. Блять, такой просто пиздец. В общем, это очень вкусная курица сейчас будет. Нереально вкусная. Это прям вкус такой, как будто... Бля, просто мастер-пис. Я это кошки обычно ломал, ну да. Сейчас позовем. Кошка АФК. Алло, где мой любимый бичмикс? Короче, плитка дает тепло, можно согреться теперь. Сука. Ножик, ножик, потому что не с Икеи, а с Спрайси. К сожалению, да? Эта курица так орёт, блядь, когда я режу. Нож меня подводит сегодня, я не могу показать свои кулинарные, изысканные мувы, блядь, профессиональные. Сегодня ножик меня подводит. Wars and Boys. Надо оператору отлучиться на 5 минут. Это ни разу не по-варварски, не подумайте ничего лишнего. Сам я варвар, ем с пола, нахуй. Короче, полезай в робота. Полезай. Нет, батя, нет. Я хочу слушать Линкин Парк. Лапша яичная, 300 грамм. 65 рублей, говно из жопы. Ой, бля, как лапша-то пахнет приятно. Снимаем нашу бумагу и насыпаем лапшу. Так, мы закинули лапшу 2 минуты назад. Примерно через 5 минут мы ее... будем доставать. Часики подсказывают. Часики подсказывают. Роликсы, ебать, 100 тысяч. Come on, come on. А, нам же нужно пригласить независимого эксперта, чтобы он смог оценить вот эту замечательную нарезку. Блять. Она телефона испугалась. Стой, не гонись. Тихо. Иди сюда, иди сюда. Товарищ независимый эксперт, пойдемте оценим курицу. Мы отпускаем независимого эксперта на волю, и он будет дожидаться готовности всех блюд, чтобы потом оценить их первым. Можете наблюдать, наша лапшичка уже разошлась. Какая красота, только посмотрите. Смак. Смак. Кстати, у меня арбуз в холодильнике стоит, если хотите, можем выебать. Кто у нас показывает часы? Показывают у нас часы. Ровно 5 минут у нас прошло, сейчас надо снять пробу. Лапша не должна у нас развариться, так как она будет еще доходить. Берем нашу ложечку. Всем привет, с вами славный дружи Виталий, и сегодня мы будем обозревать... Моногатари. Немножко недосоленная... лапшичка. Но, камон, ребята, это вкусно. Лей, лей, даю. Это сортир?
Да не важно. Они нам за рекламу не платили, и все. Я реальный коммерс, блядь. Пила на e-mail адрес, я напиши. Я этих буржуев рот ебал, блядь. Если они не хотят не платить бабки, я им нихуя не должен. Ничего я не расскажу про их ебаные девайсы. Это мои наливные сборки, нахуй. Я собрал уже более 10 компьютеров, я разбираюсь в них, нахуй. Ну, сорти же компьютеры не выпускают. Мне похуй, чем они там занимаются, нахуй. У них, блядь, блоки питания, блядь, сгорают, нахуй, за секунду. Поэтому я пользуюсь Intel'ом, нахуй. Замечательный Intel Core i3-6300, или как там, 8320E, вот этот вот. Топовое железо. Прочистили водяное охлаждение, водянка полностью сейчас пройдет, все хорошо будет. Сейчас процессор будет показывать у нас, вот смотрите, процессор уже показывает 28 градусов. 28 градусов показывает у нас процессор. Как видите, водяное охлаждение прекрасно работает. Фильтр от компании NXZT. Сейчас мы наебашим наши термопасты. Термопаста, как она там, NZT? Какая-то китайская с Алиэкспресс, похуй, но она такая серая. Жидкий металл, нахуй, сейчас заливать. Чтоб прям соприкосновение было идеальное. Как видите, я это делаю двумя руками, поэтому немножко вышло небрежно. Легкое прикосновение к термопасте. Чутка ее намазываем. В кулере у нас достаточно термопасты, все смазано, ничего, как-то горячо не протекает. 28 градусов. 28, да. Самая главная цифра. Теперь подключаем главное. Сейчас подключаем водяное охлаждение. Все. Оно должно, вот термопаста, вот радиатор, все. Пошло. Пошло дело, да. Пошло. Стартуем. Сейчас вот термопаста все это отфильтрует, вот, поймет то, что, блядь, лапша вываливается. Ну, термопасты бывает много, к сожалению. Да, да, слишком много термопасты иногда. Ничего страшного, это все. Материнская плата не пострадает, все нормально. Да, да, да. Много воды, как бы у нас все герметично. Густая очень термопаста. Смотри, а то челики и кулинары начнут в комментариях писать, что они самые умные. Челики в комментариях напишут, что я долбоёб. На что я могу авторитетно ответить? Да, я долбоёб. Что? Какие проблемы? Идите нахуй. Уп, как по маслу. Ёбаный рот, а какой запах? А какой вкус? Не передать, не передать словами. Тут, чтоб ты понимал, тут стены картонные, блядь. Вот тут гостиная у соседей, прям за стеной нахуй. Они, наверное, охуевают там от жизни. Пизду эту готов. Товарищ Ленин одобряет. Я завершаю карьеру киберспортивного повара. Закидываем нашу корочку. Вы спросите, кто обжаривает мясо сразу вместе с овощами? Я вам отвечу, я не знаю, я долбоёб. Много масла нам не надо. 2 столовые ложки вообще самое оно. Перчика даже много, по-моему. Короче, как в японских телеканалах показывают кулинарное шоу, очень близко, очень прекрасно все красиво выглядит. Да, главное сейчас угандохать телефон полностью, типа, чтобы он был в жиру, в масле. Вот я пожарил себе окорочок. А пахнет я. Потом поим, когда остынет. Вот, значит, мы залили водички, добавили специи. Соусец можно оценить, в принципе, уже прямо сейчас, потому что... Ля. Бля, такая вкусняшка, попробуй. Ой, бля, такой кайф, пиздец. Немножко кисленько, немножко сладковато, но при этом остро. Прекрасное сочетание соли, сахара и вот чуть-чуть вот эта вот кислинка. И перчик еще сладость дал. Чуть-чуть вот чесночка чувствуется уже теперь, но он чисто там для аромата. Повар у нас, главный герой Щукиюки Киносома. Славный друже Виталь. Вот, замечательное, вкусное хрючево. Да, Максим? Сука, где фокус, нахуй? Вот фокус. Вот так японцы показывают. Он ты делал, что он не острый, так что я думал, чувствую. Что я не промахнусь, короче. Один раз. Цепанул? Чуть-чуть. Давай. Бедная киса. Киса. Она беснуется.
Какой ужас. Прости, киса. Прости. Проводить время с друзьями – это, конечно, весело, но больше всего времени я провел со своим дедушкой. Последние 10 лет жизни я прожил с ним. Я стал ему больше сыном, чем внуком, а он мне был как второй отец. Это видео заканчивается, как и все когда-нибудь подходит к концу. Мой дедушка сказал мне, что смерть – это само собой разумеющееся, и что ничего плохого и страшного в этом нет. Через неделю после этих слов моего дедушки не стало. Он сказал все, что хотел, и сделал все, что хотел, и ушел в кругу своих любимых внуков. Мои бабушка и дедушка внесли большой вклад в мое воспитание, и я им очень за это благодарен.